Здравствуйте, дорогие друзья! Вот смотрите, какая коробочка мне приехала. Вот. Без опознавательных знаков. Гремит. И сейчас посмотрим, что у нас тут гремит. Вот что. Так, все, там больше ничего нет. Все на этом. Итак, смотрите, такая вот интересная штуковина. Конструкция для съемок. Мы сюда подключаемся или вот так вот. Да, вот так вот, наверное, правильно будет. Вот это вот вверх. Два бока, правая и левая. Ничего не написано. То есть мы крепим на... Чего у нас? На штатив, допустим. И у нас появляется возможность еще подключить и справа, и слева. И мы сделаем что-нибудь такое интересное с ним. Сейчас посмотрим. Итак, что можно сделать вот с этой хорошей, интересной штучкой? Возьмем штативчик, такой быстро разбирающийся. Значит, здесь у нас должна быть стандартная вещь, крепление должно быть абсолютно стандартное. Сейчас проверим. Да, смотрите. Как хочешь, так его повернул. Вот. То есть вот у нас штатив. Было одно крепление штатива, да, теперь мы получили вот это вот замечательное крепление для штатива. Формируем все, что угодно. Вот у меня есть еще один такой вот светильник. Здесь спокойно его закручиваем. Ничего нам не мешает. Сейчас мы ее сделаем так вот покрепче, чтобы у нас все держалось. Вот. То есть, смотрите, вот у нас здесь получилось. Хотим сюда что-то крепить. Крепим сюда. То же самое. Вот. Любая вещь. Мне больше такого, наверное, ничего дополнительного нет, чтобы можно было сделать. Но, пожалуйста, вот, одновременно получить две вещи. Хочешь сюда фотоаппарат, сюда еще светильник. Хочешь еще что-то делать. Крепишь как... хочется, как нравится. О, и у нас еще дополнительный источник света получился на штативчике портативный. Вот так вот 2020. Вот, так что интересная вещь, она недорогая, но сделана крепко. Вот, ну, пластик. В принципе, и все.